первый раз вождай, только мне не могу больше запечь не было. Как урубил желудок, если не зарастить, я уже на грани смерти. Так, ну что, слава Фомичу. Так, начнем. Сейчас 23 часа 13 минут, и мы с вами раскроем такую тему. Вот если ничего не получается, что делать? Причем эту, так сказать, тематику подбросил Слава Фомичу. Вот он мне час назад пишет: я сильно худею, вот уже 62 килограмма. Насчет слова худею я вам уже говорил. Не использовать это слово. Можно мне яйца начать есть, молочное мясо? А почему у меня спрашивают? С каких этих соображений спрашивают у меня, что мне можно делать, а что мне нельзя? Калбисклизм мне выходит. Можно мне попробовать еще натирать тело оливковым маслом? Или делать клизмы молочно-масляные, как написано в ваших книгах? Я делаю клизмы из мочи с водой. Это, наверное, категорически нельзя делать. Но без них непроходимость кишечника. Сколько оливкового масла на тело минут держать, не знаю. У меня перевозбуждение ветра, как только я от привычной еды отказался и сел на растительную. А кто Славику это все советовал? Я ему, что ли, говорил: пей соду там, капай эти самые перекись водорода и прочее, прочее, прочее. Если я что-то говорил, то я говорил о том, как соду принимать. Не более того. Но стоит ли ему принимать, не стоит ли ему принимать, это человек решает сам. Я ему ответил, что я уже отвечал не раз. А именно, я уже чувствовала, что там что-то творится вообще в жизни непонятное. И это уже переходит на здоровье. Об этом он вообще молчал. Мы так просто сейчас разбираем. У каждого человека есть свои какие-то вещи, о которых он не хочет там говорить. Что там был непорядок в жизни, который перешел на здоровье. И вот, пытаясь вернуть здоровье, человек начал там чем-то там заниматься. Ну, пожалуйста, по моей книге, по моим книгам. Вот. Но если у вас вот основная мысль такая. Вот если вы стали заниматься чем-либо, и у вас не получается, значит, просто бросьте это дело. У вас не хватает нужных знаний и опыта не хватает. А в основном нужных знаний вы не можете их применить и оценить, как действует. То есть вы делаете, грубо говоря, что-то и получаете ответную реакцию. На основании этой ответной реакции вы начинаете судить о том, это полезно вам или это не полезно для вашего здоровья. Тут вот этого нет. Пошло, поехало. Поэтому я понял этот вопрос и сразу же сказал: брось все, все брось. И, он говорит, поживи спокойно. Потом я, так как, грубо говоря, я знаю, что где-то эмоциональные факты, выяснилось, что там было сильнейшее эмоциональное потрясение, которое там, он говорит, и продолжается до сих пор, и все это, грубо говоря, это... Ой, одно дело, что не получается, и другое дело, что оно еще действует. Человек не может реально оценить свою жизненную ситуацию, как в ней действовать вообще, не говоря уже о здоровье. Вот этого нету. И поэтому идут какие-то, знаете, как в детском садике, мне сходить на горшочек или не сходить на горшочек, а вот та-та-та-та-та-та-та. То есть человек не несет, очень важно, вообще-то очень важно, взять ответственность за свою жизнь, за свое здоровье, на себя.
немножечко отвлекусь, там один написал, слушая вас, что вы там делаете, народная медицина, я быстрее побегу там к флебологам, там к онкологам и еще там к каким-то там врачам, вот, что они мне помогут. А я вам уже приводил пример хваленой американской медицины, что человек Ронни Калиман пошел к ним на двух ногах, сказал, что вот что-то тут у меня со спинкой болит, что это. А уехал оттуда на коляске инвалидной. При этом кучу бабок с него содрали. То есть в любом случае надо иметь свою голову на плечах, прежде чем что-то делать, ознакомиться с этим делом. Взять ответственность на себя, если вы куда-то там встряли, то значит, как вы встряли, почему встряли, как из этого состояния выйти, а грубо говоря, не имеет вот кто-то плохой, официальная медицина или народная медицина, или еще там какой-то там дядя там с тетей, а вы тут ни при чем. Вы, каждый из нас, человек, в течение своей жизни создал такой шлейф, который закономерно привел его к данной ситуации. И он не хочет думать о том, как это получалось, и оттуда начинать распутывать эти узелки. А он хочет вот тут как-то туда рубануть и сначала все начать. Эта ситуация в жизни делалась для того, чтобы вас поучить, а вы не хотите никак учиться. Поэтому я сказал, брось все, все брось, отдохни, обмозгуй там все просто, как что там. Никаких неклизм, никаких напитаний, ничего нафиг не делай. Организм сам себя восстановит, какие-то потребности свои организм тебе подсказывает, а ты нет, это допустим не буду делать, я буду вот то-то делать, я буду все-то делать. И кто ему виноват? Вот Ронни Калиман, а кто виноват? Выходит, что официальная медицина виновата. А тут кто виноват? Выходит, что народная медицина виновата. Далее я ему ответил. Он мне пишет, но я без клизм уже не могу сходить в туалет. И мне их все равно приходится делать. Почему все равно приходится делать? Подождите, пока не появится, естественно, потребность. Это раз. Что надо их делать. И деланием этим, естественно, он усугубляет свое состояние. А не перевозбуждает ветер. Я это знаю. Но выхода у меня нет, иначе я помру от непроходимости кишечника. А вот тут, знаете, вот я вам еще разок скажу. Важно взять ответственность на себя за свою жизнь и здоровье. И если вы что-то стали делать, не бояться, что может быть и такой результат. Никто вам не дает гарантии. Неофициальная медицина, которая там лечила кучу людей и получился смертельный исход. Ни народная медицина, ни самостоятельная, никто вам не дает. Но если вы самостоятельно делаете, то вы все-таки должны понимать, принимать и ориентироваться в этом процессе. Это наша жизнь, понимаете? Непроходимость кишечника. Я помру, да? До питья соды не было проблем. А как угробил желудок и сел на диету растительную, теперь я уже на грани смерти. А кто вас заставлял соду пить? А зачем мы на растительную перешли, вот когда вот этой растительной сейчас пищи-то и нету? И оказались вот на чем вы оказались. Кто виноват? Что вас толкали, вот пейте эту соду, ешьте эти там овощи, что будет лучше. Поэтому я не знаю, какие мне клизмы делать. У вас в книгах написано, что перерождение ветра надо делать молочно-масляные клизмы. А вы мне говорите, что нельзя делать. А когда я вам говорил, что нельзя делать? Посмотрите нашу переписку. Что я вам говорил? Я вам говорил, еще разок повторю. Бросить все, не получается у вас, бросить все. Успокоиться, привести в порядок. Сначала голову свою, а потом уже что-то делать. А то видите как, а вы мне говорите, что нельзя делать, я ему говорю. Да и ничего ему не говорю. Я в растерянности, помощи мне ждать больше ни от кого. Самая лучшая помощь была, которую вам сказал первоначально.
Успокойтесь и все отставьте. Успокойтесь в первую очередь. И раз не получается, все отставьте. Все. Потому что вы не понимаете, куда она вас везет. Все отставьте, как вы питались вот раньше, так вы вот питайтесь. Как вы там жили раньше, так и живите раньше. Вот, пока этого всего не было. Ладно, еще разок. Вот на практическом примере затронута важная тема. Что делать, если не получается? Если не получается, в первую очередь, это не хватает знаний. Вы не думаете, что там только вот, как бы сказать, вот питание, там еще что-то, как бы сказать, влияет. И вы это измените, и все там у вас получится. Нет, есть ряд еще других знаний, о которых я говорил. Это то, что влияет на наше сознание в первую очередь. И искажает работу всего организма. А дальше уже там, как вы движетесь, что там вы делаете, это уже, как бы сказать, второстепенные вещи. То есть не хватает нужных знаний, раз. Второе, эти знания применяются неправильно, два. Почему они не применяются неправильно? Потому что нету способности самооценки, что у вас происходит от этих действий в вашем организме. Что надо вовремя, знаете, как водитель едет, вот здесь поворот надо повернуть, а он не повернул, прет, да, дорога нормальная, поворота тут нет, и в кувет скачил. То есть надо регулировать свое оздоровление, вообще здоровье, вообще свою жизнь. Если этот человек не делает, а кто за него это сделает? Нам дается для этого жизнь, чтобы это делать. А тут получается, кто-то за вас вот это вот советует. И потом вы следуете вот это. И вас довели до этого состояния, да, допустим, те или другие. Я не виноват, а вы виноваты. А где ваша голова была? Побегу быстрее к флебологу, там, маммологу, онкологу и еще что-то там такое. Хрен с ним, даже денежный аспект не будем брать. То, что с вами произойдет там, это уже, будем говорить, ваши последствия ваших действий, когда вы просто-напросто отказались от работы над своим здоровьем, от осознания, что, откуда там произошло. То есть получается, что болезнь как бы случилась, знаете, неожиданно, как какое-то бедствие. Вот. И это бедствие, вы в этом не виноваты, что оно у вас случилось. А решит вот какая-то там организация, там народная медицина, официальная медицина или еще там кто-то, или государство в целом. Еще разок повторяю, если у вас ничего не получается, что-то вы начали делать, значит все это бросьте и забудьте на какое-то время. А заодно потихонечку, если вы все-таки желаете, подсчитывайте, узнаете и немножечко что-то начинаете пробовать делать. Одно. А тут смотрите, соду пил, клизмы делал, вегетарианское питание. То есть несколько факторов сильнейшим образом повлияло на здоровье и сдвинул его нафиг вообще там в это самое. Пересушил организм. Овощи, которые сейчас зимой люди едят, они охлаждают организм. Это что холод? Сушит тело. Клизмы с уриной сушат тело. Что там он еще делал? Соду еще пил. Тоже туда же работает. То есть три фактора, которые сдвинули. И плюс еще умственные вот эти все заморочки. Мама там заболела, еще что-то. Человек думает, вот как тут все рушится и прочее. Я уж не буду говорить. Что-то одно, беретесь за одно и выправляете одно. Потом беретесь за другое. Как только взялись сразу же за все, вот такой результат. А теперь, я не просто, будем говорить, как-то там вот пишу, что мне в голову сбрет. Вот она книга. Большая медицинская энциклопедия, советское издание, 17-й том. И вот почитаем, что такое медицина, чтобы вы лучше
понимали. Медицина – одна из древнейших наук, имеющих целью лечение и предупреждение болезней человека. Вроде бы все ясно. Содержание и методы медицины определяются в каждую эпоху уровнем развития, ну тут как советский строй был, производительных сил и характером производственных отношений и тесно связаны с состоянием естествознания, философии и техники. А я вам сейчас как раз толкую о философской стороне, которая основная. Ваше здоровье, вы должны за ним следить. Не получается, значит, образуйте себя. Не получаете, начните с малого, чтобы у вас получилось что-то. Как в голоде, не берите сразу за 40 суток голодания, хрен его знает, что там с вами получится, на голоде и после голода. А начните всего лишь навсего суточного голодания, чтобы вы поняли, как ваш организм реагирует, что происходит в сознании, в теле, как на выходе поступать. Медицина возникла в глубочайшей древности из потребностей человека, сопутствуя ему с первых ступеней существования. В своем многовековом развитии медицина прошла сложный путь накопления, усовершенствования знаний и опыта в разделе распознавания лечения и предупреждения болезней, понимания их причин и механизмов, в разработке мероприятий по сохранению и укреплению здоровья как отдельного человека, так и человеческого коллектива. Медицина, являясь частью естествознания, широко использует положения и методы физики, химии и биологии, а философия определяет общемедицинские представления об организме, его взаимоотношениях со средой, о болезни и так далее. Взаимоотношениях со средой. Вот этот вот пункт большинство из нас не знает, не понимает и упускает. Какие овощи зимой? Какие? Вы что видели, что зимой там растут арбузы, растут там капуста, растет там морковка или еще что-то там растет? Не растет это. А то, что растет летом, оно борется от солнца, от высыхания с помощью самоохлаждения, как мы охлаждаемся, как собаки охлаждаются, высунули язык и дышат. Охлаждение просто-напросто. И это охлаждение, которое там они используют, вот эти все овощи, естественно, привносят и в организм человека, который их употребляет. И употребляя зимой овощи, получается в сыром виде. Получается вот такая вот вещь. Человек мерзнет, поэтому едят сало, поэтому едят, грубо говоря, каши, то, что сохранилось в зернах. Либо те овощи, которые еще есть, корнеплоды в основном, их термически обрабатывают и едят. Почитаем современные проблемы медицины. Основными разделами современной медицины являются учение о строении человеческого тела, о чем я говорю, учение об его функциях и отправлениях, физиология, биохимия, опять-таки, о чем я говорю, учение о болезни. А вот тут я говорю, откуда она развивается, корешки болезни где у нас? Когда человек заболел, он уже все, цветочки пожинает, плоды пожинает. А что до этого там семя зрело, что он, как бы сказать, делал для того, чтобы болезнь, это человек закономерно делал те или иные вещи, дабы привести себя в состояние той или иной болезни. Как в данном случае Славик. Он привел сам себя в это, а теперь не знает, как из этого выходить. Еще раз говорю, брось нахрен все. Не получается, брось. Учение болезни, диагностика. Перевозбуждается ветер, метер и так далее. Профилактика и лечение различных заболеваний. Учение о внешней среде и ее воздействии на человеческий организм. Смотрите, тут написано гигиена, эпидемиология, микробиология. И даже не говорится о влиянии смены климата на организм человека. О том, что знали древние, вот эта современная медицина, это она как-то, так сказать, прошла мимо. То есть не упоминает об этом. Ну что тут можно еще прочитать? Развитие естественных наук,
как предыдущие периоды, так особенно во второй четверти 20 века, привело к созданию принципиально новых путей и методов исследования, использованию электронной аппаратуры, исследованию химии клеток и так далее. Ну, эти исследования хороши, но, еще раз, философия – это основное. Человек закономерно за счет своих действий, естественно, в первую очередь работы сознания, приходит к тому состоянию, которое он в данный момент имеет. Больное, здоровое, процветающее, либо нищенское, в конце концов. Можно винить кого угодно. Но вот проследите вот эту цепочку от самого рождения до настоящего момента, и многое станет ясным, если у вас работает голова. А если она не работает, лучше ни за что не беритесь, чтобы потом вот так вот, ну, будем говорить, не обвинять кого-то, что он ввел вас в заблуждение, а тем более, если еще вы деньги платили, на вас нажился. Не беритесь ни за что, если у вас что-то не получается. У вас недостаточно знаний, вы не можете их применить, если они есть. Вы не можете анализировать ход, как это все работает. Ну, не созрели пока, поэтому лучше не браться, как вы есть, вот так и будьте.